Окружные судьи подвели итоги своей работы, причем отчитались сотрудники ведомства сразу за 2 года. Так, количество преступлений, зафиксированных на территории региона, увеличилось, соответственно, возросла и нагрузка на служителей ФИМИДы. Все подробности в материале Ивана Кутейникова. О результатах и качестве работы судей Ненецкого округа за 2 последних года в обширном докладе рассказал Евгений Мартынов. Так, в 2018-м на работу региональной мировой юстиции было израсходовано из окружного бюджета более 10 миллионов рублей. Это без учета заработной платы судей. Нагрузка на специалистов ведомства в прошедшем году выросла. Причина увеличения количества зарегистрированных преступлений в регионе на 10% по сравнению с 2017-м, в том числе и экономической направленности сразу на 45%. Если у нас на 45, по северо-западу 6,4, по России 9,5, то есть мы перещеголяли, в кавычках будем так говорить, все остальные субъекты. Но вы знаете, что эти преступления, они расследуются очень долго, они очень сложные, и поэтому и рассмотрение их тоже осуществляется, будем так говорить, в длительный срок и в судебных заседаниях, поскольку связано с доказательственной базой, и само по себе рассмотрение является очень сложным. В целом за 2018 год в суды Ненецкого округа поступило 426 уголовных дел. Для сравнения, в 2017 их было 376. По-прежнему на высоком уровне остаются рассматриваемые процессы, связанные с кражами и грабежами. По последней категории рост уголовных дел зафиксирован в 5 раз. Кроме того, на 47% увеличилось количество уголовных дел по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью, как тяжкой, так и средней степени тяжести. Впрочем, есть и более приятная статистика. Количество поступивших уголовных дел по обвинению в убийстве снизилось, как я уже сказал, с 5 до 2 уголовных дел. Уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, поступило всего 14. Следует отметить, что по данной категории дел наблюдается снижение по сравнению с 2017 годом на 17,5%. Как сообщил Евгений Мартынов, в прошедшем году вновь прослеживается положительная динамика по количеству оконченных производством уголовных дел. Судебное решение не вынесено лишь по одному из 426. То есть из фактов грубого, длительного, волокитного рассмотрения дел не допущено. Все уголовные дела по статистике рассмотрены в установленные законом сроки. Почти более 81% уголовных дел были рассмотрены в 2018 году в срок до 1,5 месяцев. От 1,5 до 3 месяцев было рассмотрено 14% дел. Еще 16 уголовных дел были рассмотрены в срок от 3 месяцев до 1 года. Что касается вынесенных приговоров, то лишение свободы в 2018 году было применено к 118 осужденным. Это 30% от их общего количества. Теперь о гражданских и административных делах. Всего в прошлом году в суды округа их поступило более 5000. Это на 25% больше, чем в 2017. В минувшем году преобладали жилищные споры, их число выросло почти на 80%. А вот количество споров о взыскании налогов и сборов снизилось на 33%. Говоря о планах на ближайшее время, Евгений Мартынов отметил, что в настоящий момент одним из приоритетных направлений является внедрение в работу судов округа системы электронного правосудия. Иван Кутейников, Сергей Качегов, телеканал «Север».